Скажите, пожалуйста, известно ли вам, от какого оклада, по какой должности, то есть, определялся размер заработной платы? Бухгалтерию сразу же. Я не задал вопрос до конца, подождите. Здесь ведется протокол. Слушай. По заработной платы, надбавок и премий Захаровой. Попытайтесь повторить вопрос, чтобы я его совершенно раздельно. Известно ли вам, с какого оклада, то есть с оклада по какой должности, получала заработную плату, в том числе надбавки стимулирующие и премии Захарова? Отвечаю. Данный вопрос не входит в мою компетенцию. Бухгалтерский учет начислений не занимает. В мою компетенцию, согласно постановлению, входит только одно. Утверждение премий, я об этом говорил уже, премиального фонда, по представлению ВРБС и курирующего заместителя. По представлению какой организации? Главного распределителя бюджетных средств, а в частности, если говорить о Захарова, являлся управление финансов и курирующего заместителя Тужик Александр Михайлович. Заявление или письменное оформление документов по части о премии Захарова не поступали.